Сегодня в зрительном зале не увидишь ни одного белого халата. Все медицинские работники одеты в праздничные наряды. И на их лицах сияют улыбки. 15 июня все они – главные участники торжества, посвященного Дню медицинского работника. В лицах собравшихся сложно увидеть все пережитые тяготы, сложные медицинские случаи и десятки спасенных жизней. Весь преподавательский состав Рязанского медицинского университета имеет неразрывную связь с медициной. И поэтому неудивительно, что именно он стал площадкой для мероприятия. Поздравить всех медработников с праздником пришли важные гости. В зрительном зале – вице-губернатор Игорь Греков, министр здравоохранения и исполняющий обязанности главы администрации города. Чиновник поздравил всех присутствующих от имени губернатора Рязанской области. Уважаемые друзья, от имени губернатора Николая Викторовича Любимова поздравляю вас с Днем медицинского работника. Очень приятно накануне праздника находиться в Рязанском государственном медицинском университете, который по праву имеет хорошую репутацию в нашей стране и за ее пределами. Уверен, что студенты, которые сегодня осваивают азы медицины, будут востребованы и в будущем тоже добьются высоких показателей в профессии. Памятные дипломы, подарки и знаки отличия получили сотрудники Рязанского медицинского университета. Многие преподаватели и профессоры вуза работают на клинических базах города. И если от администрации и правительства города все медицинские работники получают памятные подарки, то студенты осчастливили своих наставников проникновенными песнями и чувственными танцами. Как говорят врачи, нет подарка лучше, чем улыбка и счастье выздоравливающего. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город».